Хотел поблагодарить за этот год, что Бог сделал в его сердце, отца. А, пойдем. Слава Богу, что мы рвемся. Поблагодарить Господа. Я хочу поблагодарить за прошлый год. Вы знаете, он был сложный. Для нас он был сложный, очень много испытаний, помимо... Были личные вопросы, но этот год меня лично научил доверять. Доверять Господу, несмотря не всегда, могу сказать, что прям вот как у нас в Украине есть сестра, вот она просто в любом случае такая всегда радостная, вот она всегда спокойна. Не всегда такое состояние, но вот это внутреннее откровение, которое, что Бог меня любит, что Бог меня держит, что Бог благой. Вот я благодарю за то, что у меня есть в сердце. И когда когда смотришь уже, допустим, вот оглядываешься назад, и что Бог подарил самого лучшего мужа, самых лучших детей, самую лучшую поездку сюда. Мы не знали, мы когда сюда ехали, мы молились, я лично молилась где-то с марта, что нам делать? Спрашивала Господа в молитвах, ехать, не ехать, что? Мы не знали, как, что нас, мы не знаем, что нас ждет завтра в мирском плане. Но я знаю, что Господь, я получила только одно слово от Господа, что я Господь, Бог твой. И с этим словом мы выехали 4 машинами, загрузили спокойненько, ровненько, поехали колонны, забрали, слава Богу, родители согласились, потому что мы бы очень переживали, что мы там. И мы когда ехали, мы не знали, проедем мы границу, но мы с Машей приняли решение, что бы ни происходило, мы будем благодарить Господа. И мы на границе не хотели выпускать наших мужей, выпустили, слава Богу. Действительно, произошло чудо. Мы хотели выехать в понедельник, но мы собрались в пятницу, и была на границе мама моего, у сына есть друг, и была мама, она служит там, пограничник, как раз была ее смена, и она во вторник, в понедельник она бы уже уехала. И просто мы, вот, был внутренний такой позыв, и мы поехали. И все так настолько сложилось, и вот сейчас я благодарю Господа, что я нахожусь в прекрасной церкви, где просто приняли нас как дома, и мы чувствуем себя как дома. Мы живем в прекрасном жилье, где вот вроде бы на отшибе, но вид на море. Солнце светит, нам тепло. В общем, настолько Бог чуден, и я благодарю Бога, что вот Он научил меня доверять, научил меня радоваться всему, что происходит вот сегодня. Аминь.